Доброго всем времени суток, с вами Тексер, продолжаем Outriders, бродим по лесу, в котором живет жуткий грибок. Ну, что поделать, живет и живет, а у нас Алиум, в котором похрен этот грибок, он дури покрепче нюхал. В общем, выслеживаем некую неведомую тварину, куда идти-то? Ага, направо, чтобы полностью тут позакрыть эту карту. В общем, сейчас сюда, это же оно? Это что оно? Так, сюда ходил, сюда тоже ходил, здесь тоже был. Был? Наверное, был. Я ж могу сюда переместиться? Наверное, могу. Раз оно такое светящееся. Вот, то есть останется у меня только вот это. Ну, сейчас здесь. Ручей перфора я вроде как зачистил. Ну, погнали. Давай, пролазь. Темновато, конечно, не люблю такое. Ну да ладно, куда деваться. Я люблю чистое небо, какую-нибудь пустыньку. Ну, может, со скалами. Вот оно бы зашибись. Да нет, такого тут не надо. А мне сюда или мне туда? Ай! Ай, тихо, зелененький. Ядовит, наверное. Ага, ну эти увольни меня не пугают. Хотя могут, конечно, доставить. Тут как моя турель будет работать. Где? А, там впереди. Стой ты, не лагай. Ага. Не лагай, говорю. Так, ладно, краски мне пофигу. А что ты отпрыгиваешь-то? Это не по правилам. Отпрыгивает оно. Хрена себе. Ага, тролль работает. Шикарно. Ой, стой. Да стой ты. Чуть полагивает она. Ну ладно. Сейчас успокоится, я думаю. Ты просто вперед побежал. Ну чё? А, я понял. Да ладно вам. Чё, серьезно? Ну, потрошек у меня нету. Это фигня. Ну, я надеюсь, соберу тут. Надо было ядовитым пользоваться. С ядовитым-то оно лучше. Так, тут чё? Тут ничего. Тут шумненько как-то. А чё было в том аппендиксе? Может, там сундучок есть? Ну, жадный я, жадный. Что поделать? Не люблю лут упускать. Где что-то обратно-то не пойду, там, скорее всего, телепорт появится в финальной локации. Вот тут. А? А, тут тупичок. Интересно. А тут руда. Он так интересно идет какое-то время. Когда ему куда-то подводишь, как к дверям там или еще куда-то. Что-то какая-то боговина, после какого-то из патчи появилась. Ну не сказать, что боговина. Главное не трогать, он подойдет и соберет. И откроет там, ну смотря, что ему надо делать. Главное просто не трогать в этот момент и все. Он все проделает сам. Так, ящички. Хрен там плавал. Так, хорошо. Ничего нету. Окей. Тук-тук. Тирануса. Тиранус. Гули. Зачистить тропу выполнено. Еще не выполнено. Это Тиранус, что ли? Да иди теперь. Нет, ползу. Экономия патронов. Ядовит не расходуется. Ну вот уже расходуется. А, привет вам, задница. Все, кончились. Молодцы. Так держать. Да, блин.
Зарядимся. Руды принесли. А чё? А, это, да. Я понял. Чё-то я хотел уже так автоматом собралось, мечтатель. Тиранус. Ладно, с Анусом рифмовать не будем. Что я могу проделать с ним? Открываем. Бабах. Норы. Я вижу норы. Да, блин! Понял. Турелька, спаси меня. Там ставить турель нельзя, представляете? А вы была засада. Меня мало-мало в угол зажали. Сдохни. Поколдуй мне еще, поколдуй. А что он тебе не действует-то? Охренело? Нормально. Ну чё? Подзажали меня, да? Сволочь. Сейчас. Тролль восстановится. Нормально. Чё, звук мне не нравится? Это шум тут у вас? А? Бежит кто-то, не бежит. Нормально. Ящичек. Подзаправиться бы. Но, в принципе, патронов у меня пока много, грех жаловаться. Оно не сильно убавилось. Опять не могу поставить. Что ты будешь делать? Ставь давай. О, другое дело. Померзни немножко. Перфора. Мало-мало оборзел. Слышь, когда-нибудь такой человек, король зверей, царь зверей, подумайте. Так вот, к вам в джунгли пришел человек. Смиритесь. Хрена себе нападало. Че, местный босс? Ладно. Идем дальше. Патрон вроде как не сильно тает. То есть у меня каждый бой, ну, за учетом того, что я собираю, где-то, наверное, на десяточку бывает. Это, в принципе, терпимо. К снайперке у меня полный комплект, потому что я почти не пользуюсь. Так. А, не подобрал, да, я знаю. Тиранус, я иду. А вон Тиранус, а вон Патронус. Все есть. Живем? Нет, померещилось. Айть! Давай, явление зеленой жабы. Пафосно, пафосно. Хотя, может, с мелюлейкой как раз встали. Я, может, зря это радуюсь. Ну, не то, что радуюсь. Вот. Может, я зря оптимист? Сиди-ка смирно. Не успел. На тебе еще. Ай, как хорошо. Дай по трошечке. Я того собрат-то. Эй, беги ты. Оп. А того собрат бегал-то. По-моему, ты его. Оп. То есть яды, да, поосторожнее. А он что, не глянь, что ли, по мне лупит? Вот зараза. Не, ну я подлечусь. Ты не думай. Всё, там турель офигачит. По-моему, он её не любит. А что? А, волк у меня стрелял-то. Ой, ёлки, я думал, как то меня. Это вроде не трогает. А его, по-моему, там вообще заклинило. Ты чего тут своих друзей зовешь? Мою троллю не трогайте, да? Сволочи ядовитые. Так, ты вот поядовитничай мне тут.
Трэд, ты не того стреляешь. Это вот того, а куча, пожалуйста. Он мне очень не нравится. Так, мне его надо завалить. Да, ко мне сзади идут, я знаю. А что, не... меня над лицом там стоишь или обязательно? Окей, как скажете. Ах ты ж, вот тут неудачно было. Ну, куркайся ты. Сдох. Бобик сдох. Собираем все. Фатаморгана. Опять какие-то перчатки обмотаны. Пришлось попотеть. Отнесу Юноне твою голову. Несомненно. А, это не в бар нести. Ну, вообще хорошо. Так, ну сейчас прочитаем. Ну, это ядовитый этот, как его, зубастый. Тиранус, особенно большая, свирепого мшистого исполина, долгое время терроризировал анклав, нападая на всех, кто выйдет за его границы. Тиранус показал значительный, более высокий интеллект со своими, своими сородичами. Он предпочитал нападать на... чем свои сородичи, наверное, а не со своими сородичами. Он предпочитал нападать на своих жертв поодиночке, а также ловко избегал всех ловушек и капканов, расставленных охотниками. Охотники всячески пытались замаскировать свой запах и следы ловушек, но им так не удалось обмануть исполина. Многие считали, что Тиранус мог чувствовать аномалию и распознать незаметные колебания, создаваемые присутствием людей. За победу над этим монстром вам благодарны многие из дезертиров. Ну, как Алиум видал это. Хренотень. Так. Ну, я сейчас куда-нибудь телепортнусь, и там будет ящик. Тут мог быть ящик. Стопэ. Ну, не тот ящик, который с патронами, а тот ящик, который с подарками. Нахрен там плавал. Тиранус жадная скотина. Ну, это патронный ящик, да? Да, это патронный ящик. И чего у меня даже... Ну, трофей, понятно, не будет. Подарка не будет. Но я так не играю. Могли бы что-нибудь мне отсыпать. Не, нет, нету ничего. Странно, ну ладно. Видимо, за квест награды еще не хватало за это награды. Ну что, тут зачищено. Поехали вот сюда. Кривозуб. Кривозуб налево. Главное здание направо. Так. Ну что. Тогда кривозуб. Надо только найти, где это. Вот там-то. Погнали. О, вот вся косточки лежат. Это интересно. Конечно, интересно. Я в деле. Я в деле. Мы вдвоем в деле, у него шансов нет. Так, кривозуб. Что за хрень? Как количество убитых за пределами анклава стало вызывать беспокойство, на поиск кривозуба выслали охотников. Назад вернулся только один, и всю жизнь запомнишь встречу с этим ползуном. Убив кривозуба, вы можете не только... поможете не только анклаву, но и получите награду от Ноя. А я говорил, что будет ползун. Что будет босс-ползун. Есть босс-ползун. Пошли. Я пролезу. А он нормальный, он прям рядом. О, с трудом полез. Слушай, надо по утрам-то бегать, наверное, не жрать только. Так, что тут? Ничего тут. Убейте кривозуб. Вот так сурово. А, ты стал на мою турельку покусился, да? Наверное, не против, конечно. Привет. Вот один посыпался. Ты что тут примерзи нафиг? Так, а вот если я ядком, во что патроны не тратить, а? Да эти патроны, то ночь дефицит. Кривозуб, выходи. Выходи, подлый трус. Ну чё? Погодьте, я турель кину. Не надо винтовку предлагать, я это не люблю. Я потом соберу все.
А, Кривозул! Алоха! Патронов тебе неплохо. Тролль, пыхти давай. У него там еще друзья, он бегут. Стоять. Стоять. Как бы тролль с ним утопил? А нет, нормально стало. Он кривозуб заклинил немножко. Лови. А вот не надо так летать. Так, кривозуб уже поплохело. Да включись ты, ядовитина. Так. Ты чё плюёшься? Я ж подойду и в морду дам. Ай, чё защита светится? Яд не боишься, да? Выполнено. Вот так вот. Туда же, кривозуб. Кожедёр уровень 4. Неплохо он тут курильки эти трофеями-то посыпал. 12 уровень наград. Пойдем посмотрим. Здравствуйте, бесполезные награды. Здравствуй, чувак, которому мы не нужны, да? Ой, какие-то узоры, какие-то хрени. Так, ну телепорт тут как-то даже глупо использовать, потому что у меня в соседней локации переход. Ящиков не припасли, ну, конечно, размечтался. Ящиков. Ладно, пошли тогда. Крохнувшие арки, да. Все, теперь главное задание. А быстро я. По 8 минут на каждую тварь. Руку-то набиваю. А следующее главное задание убьешь. Все. Ведь не исследовано. Вы серьезно? А ты у логова за водопадом, а там не исследованное? Етицкая сила. Ну что, на главное сходить? Убежище. Ну пошли, что? Все равно покоя не даст, а я потом туда схожу. В эту, как она называется-то. В неисследованную область. Серьезно? Я там только что был. Понятно, глюки. Глюки, баги. То же самое, что и в предыдущие разы. Ведет в область, но не в ту, куда надо, а в какую-то другую, в соседнюю. Багуется. О! Предупреждать надо. Ты что летаешь? На, еще раз. Понял, тут еще и плюются. Ловить тогда. Ничего, я так на них наступил. Кто там? А, еще идут. А, давайте, пожалуйста, вот так раз. Еще будут? Будут. Ай, промахнулся, бывает. Призовись. Есть. Еще. Кыш. Кто там? Ну-то выходи. А, это кусты какие. Стоять. А я говорю, стоять. Сдох. А, так давно. А чё земля шатается? Как земля затряслась, да? Странно. Ладно, идем дальше. Там кто-то еще остался. Это ещё не все. Кто-то шепчется? Лови. Шрам какой-то. Я чё, в это попал? А, в края льва? О! Неожиданно. Нежданчики. А что у нас тут за устойчивость к эффекту? А, понял. С аномалией дружишь, да?
Я тоже дружу. Лови. А, к этому тебя точно вести нету. А вот к этому есть? А, к этому тоже нету. Понял, понял. Ай, ты ж, блин, чуток меня здорово долбанул. Я не посмотрел, что у меня здоровья мало, да? Но бывает. Так. Тудой, не тудой. А хрен его знает. Тудой. А, ну да, опять привратнички. Ну ошибся, ошибся, не ту кнопку нажал, бывает. Ай, и в ногу не попал. На тебе. Чё ты с косой какой-то? Ну чё, выходите. Прыгают, на тебе. Ага, проняло. Давай, подходи. Хрена себе, у тебя здоровье осталось. Главное не пропустить здорового, а я, похоже, пропущу. На тебя в пузо. Сдох, бомбик. Тут уже. Ну как так? Вот, сейчас земля опять затряслась. Странно как-то, да? Но я без турели не пойду туда. Не мечтайте. Хуй, это он стоит. Подождешь, подождешь. Перезаряжу сейчас. О, а теперь пойду. Лови, раз. Два. А я что-то помалу и отнимаю. На. Сейчас тебе эффект накидаю. Ой-ой-ой-ой. Сейчас мне эффект накидают, понимаю. Вот тут меня что-то жрет здорово. Вот это вот синим вот этим. Лови. Так, эту выпилил, скотину. Надо вовремя убегать. Ловите под задницу. О, долбанул хорошо, молодец, хорошо долбанул. Уважаю. Респект, уважуха, что такое. Стой на месте только, чтобы в тебя мог попасть. Оп. А, тут можно кругами бегать? Тут можно кругами бегать. Ходу, 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 ходу. Там плохое место. Так, это собрать позвал, я понял. А я тебе все равно яду накидаю. На тебе в хрюсло. А тебе еще. А ты че тут ходишь? Сдох. Ну чё? Собрать у тебя есть? Есть. Кончился. Готово. Маска жнеца Алиума. Здорово. Я патрошечки-то соберу. Тут мало ли что тут ещё вылезет. Ну, я понимаю, что это тупик, тут никто не вылезет уже. Ну, мало ли что. Запас карман не трёт. Кто знает, этот стишок продолжите сами. Так, грузовик, похоже, там лежит. Достаньте топливный насос. Ну, нормально. А, ну да. А, не только колдовство. Я нашел грузовик. И как он там?
Отлично сохранился. Прям как ты, значит. Принеси мне насос. Старый грузовик проходцев. Так. Машина оказалась в том же самом месте, где вы видели в последний раз. По-прежнему вертится в воздухе, в поле искажения аномалии, которая так никуда и не делась. В отличие от множества ржавых и потрепанных машин, которые остались на планете, это почти не изменилось с того самого дня ее прибытия на Йенах. Аномалия, хрен ли. А какого-нибудь ящичка с патронами тут нету? А как же, есть? Разумеется, есть. А, и фиолетовость какая-то. Красота. Автоморгана опять. Уже была. Такая паутина искрящаяся. Разработчики ждалкера, мотайте на ус. Делать надо красиво. Бегом сюда, а то этот кан вокруг меня уже круги нарезает. Не спеши. Посмотрим, что там. Итак, последняя осталась зона, вот эта вот. Не знаю, что там, но надо сходить посмотреть просто. А возможно, туда есть квест какой-то, я там его и возьму. Главное найти эту хренотень. В смысле сменить? Я не понял. Какой в жопу охотник кривозуб? Так, я не туда побежал. Я кручу перфора побежал. Это не то. Так, и куда-то мне влево надо будет зарулить сейчас. Кто знает, как тут. Вот это, наверное, дырка. Пойдем посмотрим, что нам тут приготовили. Чтобы еще раз не возвращаться. Чтобы сразу надрать все задницы, какие только есть. И не париться. Опачки. А интересные постройки. Можно пойти туда, можно пойти сюда. Чё там? Шипит чё-то. Меня туда не пускают. А тут чё? Опаньки. А вот это интересно, тупичок, а там чё? Ящик. Ладно. Не, ну не то, чтобы я тут против. Но... Почему я тут ничего не могу сделать? Ну, видимо... Ай, стоять. Видимо, квест будет. В эти дебри. И вот в ту щель как раз пройти будет квест. Наверное, так как-то. Ну, я просто что придумать тут не могу. Потому что территория что-то как-то пустая. Делать тут ничего не надо. Ну ок, ок. Я вот здесь сейчас нахожусь. Я туда так и не прошел. Вот туда щель вот эта ведет, и меня в нее не пускают. Ладно, такое было. То есть не последний раз. Не первый, не последний. Все это уже было. Так, заправиться. А то я подзабыл это сделать. Поехали на базу. Так, база, лагерь. А, окраин анклав, тут что? Хищник стал жертвой? А я туда не могу. А сюда могу. Ты мне ж там сдавать. Вернись к Юноне. Да я бы с радостью. Юнона. А, он там возле труп, наверное, сидит. Да. Мы слышали его рев. Как тебе это удалось? Выследил. Нашел. Показал, где раки зимуют. Ты... Что? Ну, где раки? Это... такие... животные на земле. Или насекомые. Они зимовали в болоте. А... неважно. Мы наскребли тут немного. Это тебе.
насекомые. Так, болтовочка. Нет, автомат. Нафиг. А броня жреца Алиума. Забавно. А вот сапоги претарианца. О, давайте сапоги возьмем для разнообразия. Вот твоя награда. Это и наше уважение. Так, с тобой о чем-то поговорить можно? А, блин, тут еще раз задание будут просить. Это исчадие ада давно нас мучит. Пропустить? А вы точно Пропустить? Я пытаюсь Пропустить? Отказаться? Нет настроения. Заходи в любое время. Угу. Ну, хоть и повторное задание. Так, телепортируемся. Ай! Ну, я кроссировщик хотел убрать, ну ладно. Это не важно. Так, сюда. Там повторно задание нечестная игра, в котором ничего делать не надо. Странно. Как только встанут на место, вот тогда ослабь. Ты забыла, чему я учил? Учил? Считаешь, ты меня чему-то научил? Охереть! Да уж. Характер у нее явно твой. Похоже, у нас перерыв. Наверное, стоит рассказать историю целиком. Так, давным-давно до этой сраной планеты, пока не покинули Землю, я возил рабочих на каравеллу на станцию. Пламя было близко, я искал выход. Я споткнулся и увидел беременную женщину под обломками. Каравелла реально рванула, что ли? Я думал, он перегиб. Я смог спасти нас обоих. Нас троих. Постой, постой. Ты был на каравелле во время аварии? Всем выжившим в том кошмаре дали бесплатный билет на Флорес. И мы встретились с ней в траншейном городе. Она родила девочку. Ее звали Чанна. Этой малявке было всего 6, когда ее мать убили у нее на глазах. Выходит, ты ее вырастил. Идем. Грузовик чинить надо. Найдите вам клавишу Чанну. Чанну, ладно. Сейчас найдем. Так, что у нас тут? Мать Чанны. Когда двигатели каравеллы отказали, Касуми, находившаяся в момент еще на борту, была на 3-м месяце беременности. Якуб вывез ее на своем транспортном корабле, и благодаря этому они сблизились. На 6-м месяце беременности ее поместили в Криосон на борту Флорес. Она родила Чанну на Енахе в тот самый день, когда на колонию обрушилась аномальная буря. Умерла Касуми во время еще одной такой бури 6 лет спустя. Ну, в общем-то, бесполезная информация. Так, этот чинит. Так, этот здесь. Барыга. Где барыга? А вон барыга. Все нормально. Снаряжаемся. Так. Токсичная турель. Ну, это ладно. Сейсмический импульс. Откуда нафиг? Так, 889. Меняем. Фуфайка. Фуфайка мимо. Фуфайка хорошая, кстати. Да, фуфайка хорошая. А вот этому на каску надо сменить навык. Тут. 754, 785. Че даешь больше урон поражающий элемент? Омоложение. Ну давай, апать потихонечку. Вампирский магазин. 867 самые апнутые.
и ботинки претарианца. Неплохо. А тут. Ух ты ж, какая ежатина, вы посмотрите на эти зловещие мякоть. И страшная штука. Это что за биооружие? Ну ладно. Какая мне разница, что это за биооружие? Так, 2828. Вот такая вот есть болтовка. О, интересно. 2835. Это меньше. Окей, болтовочку. Так, автомат. О, вот тут можно заменить. Как раз на эту хрень и можно. Хотя вот за 2700 есть лучше. Автоматический дробовик. А вот это мне больше нравится. Двустволка, да? Тоже была неплохая, кстати. Ну, давайте автоматический дробовик возьму, у него очков больше. Так, пистолик. 2.060, 2.102, вот это мне больше нравится. Повелитель пиявок. Ну вот так, остальное можно барыги продавать. А потом идти уже апгрейдить. Эй, Яку. Это очень трогательная история, да? Но она не объясняет, почему Чана тебя ненавидит. А как думаешь? Я не хотел становиться отцом в таких условиях. Столько детей умирает в младенчестве. Но я был неправ. Наша девочка все-таки выросла. Кто знает. Может, ты сделал ей одолжение и закалил ее. Не был бы ты такой сволочью. Глядишь, и не выжила бы. Да? Вот ты это и скажи. А я на вас посмотрю. Так, барыга. Я не хочу ехать. Не хочешь, не едь. Показывай, что есть. Так, ну, во-первых, запродаться. Сингулярность. Мне кажется, я этого не могу. Это, мне кажется, для огненного товарища. Очень не хватает кнопки продать все. Ну, я надеюсь, я накоплю гору денег. Потом как куплю какой-нибудь транш... О, какой. Маска жнеца Алиума. А у меня, видимо, круче. Поэтому она мне зелененьким, она мне сейчас до сих пор зелененьким светится. Снять. Посмотрим. Что за фигня, я почему ее не увидел? О, или выделить все как-нибудь, или что-то такое. Так, шмякать. Все, есть. Продать. Я богат. Да, 7 совершенствованных. 26 тысяч. У тебя неплохие цены. Так. Чем фарцуешь? Интересная винтовочка. Ну, она... Очередями даже не знаю, стоит брать, не стоит. Заказной сирен. Цены, конечно, конские. Так, повелитель бурь, накидка, снайперка. Снайперка вообще-то как 3000. 22 стоит. А давай. Купил. Оп, осталось 9. И в карман у меня только пистолет. Ну давай посмотрим. Во-первых, каску. Да, она круче. Во-вторых, винтовку. Вон так. Эй, барыга, у меня к тебе еще дело есть. Так, продажа. А 2800-то откуда опять светится? Не, ну там 3 с чем-то. Тут все нормально. В этом плане все норм. Ну, невеликие деньги, ну ладно. Так. Ремонтничек. Ты где, 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 где? Где ремонтник мой? Вот он. Давай чинить. Ну, не чинить, в смысле, апгрейдить. Оружие я все сменил, то есть все оружие нужно усовершенствовать. Это доктор Скирл. Да, все нужно. Улучшить свойства. Не могу. Так, надо модифицировать, конечно же. Что у нас тут? Ну, давай, ты будешь реактивную боль у нас фигачить. Проецировать реактивную боль. Повысить уровень.
максималочка, отлично. Эту фигню, креатурель. Каждый выстрел нормально. Улучшить не могу. Повысить не могу. Портучки, вот барахло. Во-первых, редкость, не могу. Улучшить свойство, нет. Модифицировать. Так, что ты у нас будешь делать? Ну, про лечение тут ничего нету, а второй уровень что есть. Слабость и... Всех заморозить вокруг, да идите в пень. Не надо нам такого. Так, криотурель. Такое уже заблокировано. Давай, ты будешь у нас на дамаг криотуреля работать. Перчатки. Криотурель, все как положено. При уничтожении. Да? Такой себе сюрприз, конечно. В 6 метрах. Ну пусть будет. Так, криотурель действует дольше, подходит. Повелитель пиявок. Девять процентов выкачивания жизни. Даже не знаю, оставлю, наверное. Так, ты. Фигня. Так, модификация снаряжения. Ты у нас будешь лечить, наверное. Второй уровень, что есть? Длиннотравилка. Нафиг нет. Ничего хорошего. Так. У союзников не надо. О, вот это надо. Так. Только мы тебя заменим в вариант. Падает дальнобойность. Улучшается стабильность. Я вот такой оставлю. А так автомат будет, да? Нет. Оставляем стандарт. И вот это вот. Про у всех союзников нам не надо. Так, сейчас мы что-нибудь привинтим хорошего. При убийстве или при попадании. Пока перезаряжаю, не хочу. Да, при убийстве. Вообще, я второй уровень не могу ставить, вот я не пойму. Я поставил. Все, готово. Ну что ж, господа. Отважный поход по местным жалобам закончен. Продолжение в следующей серии. Жмите, пишите. До новых встреч.